Правительство России готовится расширить географию тестирования беспилотных авто в реальных условиях. Появятся они и на дорогах Чувашии. Сейчас автомобили на автопилоте испытывают в Москве и Татарстане. К ним предложено добавить Владимирскую, Нижегородскую, Самарскую области, а также Краснодарский край и Чувашию. Это следует из проекта изменений в постановлении правительства, подготовленного рабочей группой национальной технологической инициативы. К беспилотникам предъявляются строгие требования в части безопасности и обязательного страхования. Предварительно первыми на дороге выйдут автомобили, оборудованные беспилотными системами Яндекса.